Чат, если у вас лагает YouTube, ролики дублируются на Дзен. Ссылка будет в описании под видео. Граната тут! Бот? Ты дурачок? Купил наушники Hyper Alpha S, звук как из бочки. Потому что, скорее всего, там вот эти вот 7.1, 5.1, там вот это вот 1. Если там есть кнопочка выключить, как бы, ну, обычный 2.0 режим, так скажем, их перевести, то в шутеры надо играть в обычном 2.0 режиме. Знаешь, что такие? О, брат, это рулики. Настроение у меня сегодня челленджей. Гос двустволкой. На любых патах. Убивать только дуплетом. На любую карту. 500 деревянных равно ЧВК. Так. Ну а куда мы, блин, на заводе? Темно. Там дистанции не те. Наверное, там мошка будет с двухстволкой. Так, а сколько попыток? Спасибочки. За 333. Сколько попыток? Господи, бот, вот если бы... Ой, блин. В шоках, бот. Просто в шоках. Живой нет? Чуть я не услышал. Или он успел в окно выпрыгнуть? Если он успел, идти там Бэтмен, блять, какой-то. Идти, он на мусорку залез. Как он выжил? Там достаточно прям, ну, близко должно быть. Знаю, все равно. Возможно, у тебя в винде где-нибудь в настройках дров стоит объемный звук. Посмотри все внимательно и отключи везде, где только можно. Прима здорово. Одна попытка. Хорошо. Там. Два типа. Он зачем ты остановился, друг? Вообще не слышу.
Блять, ботик. Там, блять, миллионы ботиков. И все они смотрят в мою сторону. Ну, спасибо, конечно. А что, ЧВК там вам не видно, не? Господи, там еще? Там еще? Вообще взорвал первого. Что там столько ботов, неужели ни один на них не загрелся? Бот вон аж с улицы пришел ко мне на третий этаж. Пройдя мимо ЧВК, получается, или что? Ну, я, конечно, не удивлюсь. Маска лицо. Это МР, как она там вот это вот стреляет. Это дорог. С холма, походу, да. Однозарядная херня, как в этом, в Дейзике. Ходит по кустам. Может, пойдет ботиков лутать? Это бот. Там с тылу еще один бот идет. Блять, на подоконник положил гранату. Где-то среди вот этой армии ботов есть ЧВК.
блядь! Щемись нахуй! Где этот чел? Я не знаю, что-то. Где-то он сидит. Может, в магазине сидит? Пойти попробовать через двушку сыграть. Вот, этот до сих пор там где-то на холме сидит. А кроме него еще один должен быть, где-то в упоре. Этот не лутанный. Я взорвал типа. Значит, на холме остался жулик. Оделся. Только что здесь стоял. Видели, как сейчас из одного бота получилось два? Чего?
Там тоже боты стоят. ЧВК-то где? Блять, вот оно сидит, чудовище. Че, подлутал моих жуликов уже? А, вот это, вот этот ган, МРочка. Его мы... не слышали. Но так это уберем сюда. Так, пятые плиты. А здесь что у нас? Прям пожеванные пятые плиты. Тогда сделаем вот таким образом. Так. Так. Ну, твою мать, блядь! Чё у вас здесь происходит? Этого уже растеребонькали. Так. Алло, блядь. Голова прозрачная молодого человека, бота? Или что? Ечить, я какого дяденьку взорвал. Хорошо, что я взорвал его, чат. Смотрите, какой. Так. Не маленькая разгрузка, как у Ани, блин. Тут бронеразгрузка. Есть нормальная разгрузка какая-нибудь у кого-то? Этот бомжара. Тоже бомжара. Тоже бомжара. Блять, они все бомжи. Разгрузки охранника. О, есть.
быстренько. Раскачиваем. Оп. Оп. Так. Бэмс, бэмс. Сумочку бы побольше, конечно. Было бы неплохо. Челок тут был, что ли? Это челок был? Я думал, тут челобот, блин, сидит какой-нибудь. Да какой. С убитым хламузиком просто. Что за у тебя по пластинам? Четвертое. Должен похилить руки. Еще потому, что 20 миллионов ботов к нам придет. ПП-шки так работают, чат 7.62. А? Вашему вниманию. Челобота кое-как убил. Так. Бахнем обезбола на всякий. Бел, не подведи. Видите, найс. А шины-то нет, чё найс? Блять. Подожди, ладно, у меня вроде там шина была в двушке, нет? В сумке.
И хрена. Сузи? Нет, там девятки. Но у нас 45-е. Мы побеждаем? Да. Неистово причем. Машины не было, да ведь? Блять, я пока прыгал, забыл посмотреть, есть ли машина. Чат. Не помните, была машина? Кто-то дверь уже открыл, она вроде закрыта была. Квестовая. Не было, да? А где я свою сумку кидал? Я кидал вообще сумку? Я что-то, блин, вообще в этом рейде так забегался кругами, что забыл вообще все. Я вроде бы вот здесь кидал сумку. Ее либо украли, пока я бегал, убивал типов, либо я ее не здесь кидал. Вы не помните? Крышу скинул и прыгнул на лестницу. Это моя вторая сумка. У меня до этого была другая сумка. Ты ее из окна скинул. А, вот здесь, да? Да, вот же она. Кто, блядь, ходит? Где? Так, ну птица, маска, лицо, блин, надо брать. А мы никак не возьмем. А только вот так. Блять, я вот так и знал, что сейчас они придут меня убивать, пока я буду лутаться. Ладно, давай сделаем вот так. Сумку выкинем. Сделаем так. Ага. Ладно, идем на выход. Еще один челобот. Thank you.
Блять, как не вовремя. Как всегда. Сколько киллов мы сделали? Раз, два, три, четыре. Пять? Плюс два или три челобота, да? В целом это хороший рейд. Грамотный. Фух. Ну, лут, конечно. Ух. А ну. Сколько там урона по мясу, интересно? Мне кажется, урона по мясу 1004 где-то должно быть. Может быть, 3,5. Посмотрим. Раз, два, три, четыре, пять... 5 ЧВК и 29 ботов, чат. 29 ботов. Ну куда? 6000, блять, урона по мясу. Ёперный театр. 173 попадания. Не просто на войне только что побывал, блять, у меня ЧВКшник. Четверых, причем я взорвал гранатами при этом, при всем. Заработал я ни хрена. Разгрузку. И РДХу, блядь. Все, что мы заработали. Софа, привет. 29 ботов, ёбнешься. Это ведь еще даже не всех. У меня, кстати, как раз был вчера рейд, где я на малой стройке типов убивал. И там тоже я 27, что ли, ботов убил. Можно вот эти два рейда объединить и замутить ролик какой-то связанный с большим количеством ботов. Чтобы было как бы, ну, типа, под одно, так скажем, под одну идею. И если вам понравилось видео, не забывайте подписаться на канал, оставить какой-то комментарий для продвижения и почаще заглядывайте к нам на стримы.